Многофункциональные спортивные площадки в будущем году появятся во дворах трех ивановских школ – 41-й, 28-й и 14-й. Последнюю в местечке Авдотино пока только начинают обустраивать. Выполнены работы по планировке территории и обустройству дренажной системы. Завершается подготовка к асфальтированию. Совсем скоро подрядчик приступит к установке покрытия из каучуковой крошки и спортивного оборудования. По контракту здесь на этой площадке еще 20 дней. То есть через 20 дней мы должны увидеть площадку которая будет сдана. На 28-й школе уже завершается, укладывается крошка, останется собрать только коробку. То есть это, ну, еще, может быть, максимум одна неделя. В следующем году планируем второй этап, как только станет погода, то есть это весенний период. На территории школы уже есть футбольное поле и турники. И это один из немногих спортивных объектов в микрорайоне. Теперь появится еще и хоккейная коробка, тренажеры и комплекс для занятий воркаутом. Если посмотреть на нашу площадку вечером, вечернее время, то данным полем и данной площадкой пользуются все учащиеся нашей школы, не только начальной школы. Дети со второго корпуса, с апрельска, тоже приходят на наше поле и играют. И действительно, что тренажеры, потому что в нашем микрорайоне спортивных комплексов их просто нет, или, ну, и существует один спортивный клуб. Поэтому увеличение, может быть, не хватает, нехватка сказывается, конечно, на детях и на жителях микроучастка. Площадка станет не только местом проведения спортивных занятий для школьников. Она будет открыта к посещению для жителей микрорайона всех возрастов. Кроме того, появится возможность организовывать здесь массовые мероприятия. В будущем году спортивный объект оборудуют системой видеонаблюдения, установят освещение и громкоговорители. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.